Соня, ты что там, родительское порно откопала? А? Саш, тут папа. Соня. Саш, там папа. Пойдем посмотрим. Тебе очень повезло, Саш, что ты провела с ним так много времени. Зато ты с мамой больше времени провела. Саш, тебе 30. И ты до сих пор на меня обижаешься. Не буду я тебе ничего рассказывать. Почему? Ну, потому что потом будешь пользоваться этим, как автоматом Калашникова. Ты что, балдела? А чё ты со мной как с собакой разговариваешь? Хватит! Чё вы всё время срётесь? У меня умер отец, я хочу, чтобы кто-нибудь думал об этом тоже. У меня вообще тоже отец умер. Каждый переживает как может, да, мам? Ничего святого. Именно.